Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится с 2013 года. Проект в первую очередь направлен на гражданское, нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. Лауреаты награждаются нагрудным знаком и символом «Горячее сердце». Их вручают тем, кто показал пример мужества, неравнодушия и активной жизненной позиции в преодолении трудных жизненных ситуаций. Прием новых представлений осуществляется до 1 декабря. Торжественная церемония награждения пройдет в Москве в апреле 2021 года.